Анатолий Луговской, «Акварельный рассвет». Акварельный рассвет, воздух чистый и пряный, пахнет медом и сеном, полынью слегка. Босиком по росе август бродит чуть пьяный, его поступь, как ветер, беспечно легка. Босиком по росе август бродит чуть пьяный, его поступь, как ветер, беспечно легка. Август на исходе, осень рядом бродит, аист одинокий на стерне, родником глубоким, взглядом синеоким, родина посмотрит прямо в душу мне. Вот и кончилось лето, обманщица осень, вновь фальшивое золото сыплет вокруг, и в глазах ее желтых, полисьи раскосых, вижу радость веселья и тихий испуг. И в глазах ее желтых, полисьи раскосых, вижу радость веселья и тихий испуг. Август на исходе, осень рядом бродит, аист одинокий на стерне, родником глубоким, взглядом синеоким, родина посмотрит прямо в душу мне. Мне же с детства знаком этот миг предосенний, когда остро почувствую холод земли, я невольно склонюсь среди трав на колени, облакам помолюсь, где летят журавли. Я невольно склонюсь среди трав на колени, облакам помолюсь, где летят журавли. Осень рядом бродит, аист одинокий на стерне, родником глубоким, взглядом синеоким, родина посмотрит прямо в душу мне, родина посмотрит прямо в душу мне. Анатолий Луговской пишет стихи на двух языках. И как у него это получается, я у него спросил, как вот он сам не понимает этого. У него два эти языка, они у него в мозгу. И разделиться им невозможно. У него и сборники и на русском языке, и на украинском существуют, и много он пишет.